Итак, давайте приступать. Очень такой хороший. Такая хотелка, которую я хотела, 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 и вот она мне появилась. Ну, как чернила. Акварелька, если закончится, тогда мне будет грустно. Смотрите, какая нежнятина, тюльпаны. Я ее как начну, да я надеюсь, что удачно. На тот момент она для меня была очень сложная. Будем ждать следующего Нового года. Но у меня есть на нее планы, но немножечко другие. Здравствуйте, очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами небольшой радостью. Ко мне приехали мои замечательные раскрасочки, которые я заказала еще в сентябре, если я не ошибаюсь. Они лежали у подруги. И вот мне наконец-то их передали. И я хочу ими с вами поделиться. А также у меня есть еще одна небольшая покупочка. Итак, давайте приступать. Первая раскраска – это Love Letter от Momma Kuol. Вот такая красивая иллюстрация, где изначально даются примеры, как можно раскрасить. Но вы же понимаете, что я хочу пораскрашивать немножечко по-своему. Потому что я хочу увидеть именно эту иллюстрацию, ту, которую я выберу, немножечко по-своему. Здесь очень-очень красивые и очень нежные иллюстрации. Посмотрите, какая красота, если я не ошибаюсь, это сборник. Мне нравится формат, он очень компактный. Посмотрите, какая здесь красота. Вы это просто должны прочувствовать. Такая красотища, я уже ее пролистала, наверное, разов 5 или 6. И каждый раз я присматриваюсь и вижу что-то новенькое. Посмотрите на эту прорисовку. Ой, поехала. Какая же здесь красота. Какие у нее волосы, какие глазки. Ну, это вообще-то просто нечто. Какие же девушки красивые. Какое сочетание. Вот какая индианка с волком. Также здесь мне нравится вот эта девушка и с совушкой. Вот давайте я немножечко приближу. Вот эту я, к сожалению, иллюстрацию не вижу в цвете, но будем надеяться, что когда-то это все-таки случится. Я думаю, вот эта иллюстрация всеми узнаваема. А вот это парень или это девушка? Я вот просто не могу разобраться. Наверное, парень, да? Немножечко жутенькая иллюстрация. Что одна, что вторая. Но красивая. Думаю, что под Хэллоуин будет самое оно. Правда же? Когда хочется пораскрашивать что-то криповое, вот это самое оно. Я думаю, что результат меня не разочарует. Вот такая еще девушка. Наверное, замечталась. Или просто смотрит на что-то. Также очень красивая, правда? Кстати, обратите внимание, что здесь есть изначально полностью грейскейл. И вот есть просто лайн-арты. Если честно, моментами мне лайн-арты немножечко больше нравятся, потому что именно лицо я раскрашиваю призмами. Возможно, будет немножечко появляться грязь, поэтому я надеюсь, что такого не случится. Едем дальше. Вот такая замечательная малышка. Эта девочка, наверное, лет 5-6. Посмотрите, какая же она прикольная. Какие у нее бантики. Вот такая нежная девушка. Также замечталась. А вот это что-то интересное. Прикольно, правда? Посмотрите на ее волосы.
не шляпку. Это какая-то традиционная одежда. Это также что-то очень интересное. Кстати, обратите внимание на ее прическу. Вот эта иллюстрация очень красивая, и, наверное, она все-таки новогодняя, ну, раз здесь есть рождественский венок. Но я ее боюсь раскрашивать. Будем ждать следующего Нового года. Тогда я надеюсь, что я уже ее раскрашу. Вот, очень нежная, такая красивая-красивая иллюстрация. Вот знаете, просто хочется взять карандаш и пораскрашивать, раскрасить ей волосы, лицо. Это то, с чего, наверное, нужно начинать эту иллюстрацию. Также одна такая нежная девушка за окном. Представляю, что холод, мороз, возможно, вечер уже. Очень красивая иллюстрация. Девушка пришла с работы, решила повязать. И вот она уже достает свой клубочек и идет в свое любимое местечко. А вот это уже летняя иллюстрация. Также девочка играет. Ну, очень интересно, конечно, это все. Вот это также одна из узнаваемых. Вот, смотрите, какая нежнятина, тюльпаны. Вообще, вот розовый, я здесь вижу розовый цвет. А вот эту я раскрашу, когда мне будет грустно. Также на Хэллоуин отличная иллюстрация пойдет, хотя я не очень такой люблю раскрашивать, но мне кажется, что будет очень интересный опыт. Вот, а вот эта иллюстрация меня просто умиляет. Такая классная котейка, ну и, конечно же, девочка. Давайте обратим внимание на ее волосы, на ее косички, потому что очень и очень прикольная. Здоровская иллюстрация. Вот, также, наверное, это одна из моих самых любимых иллюстраций, если не самая-самая. Такая девочка с котиком. Я сама по себе кошатница, поэтому для меня это все очень-очень близко. И каждый раз хочется пораскрашивать и сделать котенка рыжим. Вот. И вот еще такая обалденная девушка, как не с мира сего. Я вижу луну, и как я ее раскрашу, я еще не знаю, но очень красиво, правда? Крылышки там есть. Ну и вот, знаете, вот этот вот взгляд мне напоминает, ну вот, чем мне заняться. Я подумаю или то, и решу все-таки пойти пораскрашивать. И последняя иллюстрация. Также такая девочка замечталась. Кстати, вот здесь немножечко такая прорисовка, как будто бы просто плохо распечаталась. Мне это не понравилось, но ладно. Когда оно раскрасится, будет красиво. Я думаю, что мы не будем обращать на это внимание. Вот, первая моя раскрасочка. Вторая, Каролина Кубиковская, подруги Строни Сну. Если бы вы знали, как я ее хотела, и вот я даже уже не надеялась, что я ее получу, потому что вы все знаете, что это ее самая первая раскраска, которая уже, к сожалению, вышла из продажи. Ее просто очень трудно достать, но мне повезло. И вот она теперь уже есть у меня. Кстати, вы знаете, здесь бумага отличается. Совершенно отличается от тех раскрасок, которые у меня есть. Они у меня есть уже все. Да-да, у меня теперь есть 4 книги Кубиковской. И каждую я буду раскрашивать. Даже, возможно, каждую я и закончу. Я на это надеюсь, потому что у меня очень она хорошо идет. И каждый месяц я не раскрашиваю. У меня нет никаких проблем с подборкой цвета, поэтому мне очень все нравится и нравится и нравится. Так, вот такая раскраска. Для кого-то она будет жутенькой, но
Мне нравится, она мне идет очень и очень хорошо. Вы же понимаете, что я в этом месяце ее раскрашивать не буду, потому что уже конец месяца. А вот в следующем, ой, да, в следующем месяце я ее как начну, да я надеюсь, что удачно начну. Вот, и что здесь хорошо ляжет акварель, потому что я еще не пробовала. Единственное, что смущает, это, конечно же, склейка. Я немножечко расстроилась, потому что она однозначно у меня расклеится. Я не знаю, или у меня будет клей, или у меня будет скотч. Посмотрим. Но не хочется, чтобы она просто развалилась. Вот она, Forest Girl. Если бы вы знали, как я сомневалась по поводу вот этой раскраски. Она мне нравилась, я пересмотрела. А на тот момент уже как раз вышла третья книга, и вот я сомневалась по поводу ее или все-таки купить эту. Но я остановилась на этой, только знаете из-за чего? То, что, во-первых, это полноценная книга, она на склейке. Но здесь такие листы, это знаете, у кого есть раскраска Гугели, это, наверное, одинаковая бумага и иллюстрации односторонние. Я еще не пробовала здесь, но я уже так хочу. Я уже даже выбрала себе иллюстрации, даже две. Одна очень легенькая, вторая, ну, такое. Поэтому я буду ее раскрашивать. Ну, наверное, это самая моя такая хотелка, которую я хотела, и вот она мне появилась. И я знала, что она лежит у подруги, и что я когда-то ее заберу. Я уже даже думала, что, возможно, летом это все случится, но нет. Мне повезло, и вот сейчас она уже ко мне приехала. Я думаю также, что ее не нужно листать. Я думаю, вот смотрите, какая красота. Вы все вот эти замечательные иллюстрации знаете. Очень красивая раскраска. Иллюстрации очень милые, очень добрые, очень нежные. Красивая прорисовка. И сейчас уже я не жалею. В принципе, я, наверное, и тогда не жалела. Я понимала, что для себя я делаю правильный выбор, потому что одному нравится одно, второму второе, третье. Вот это мне очень нравится иллюстрация, я вот ее как раз и выбрала. Поэтому каждому свое. И вот это мне еще нравится. И думаю, что вот это я просто за вечер когда-то раскрашу. И мне будет целая иллюстрация. Вот, смотрите, здесь очень классные именно лесные иллюстрации. Зелень, здесь сюжеты, что я также очень люблю раскрашивать. Вот эта девочка, ее песик, где же, вот он, этот вот песик, также очень такой хороший. Также буду делать его рыжим. Вот. И еще что у меня есть. Я не знаю, что на меня нашло. Я вам сейчас покажу. Я себе решила прикупить раскрасочку. Я увидела юбилейное издание «Гарри Поттер» и решила также прикупить. Она относительно бюджетная, поэтому пусть будет. Я однозначно буду в ней раскрашивать, потому что я соскучилась. Я вам сейчас покажу, почему. У меня есть вот такая раскраска, которая полностью закончена. И, конечно же, вот это, которую, к сожалению, в этом месяце так и не затронула. Но здесь дела уже близятся к половине. Поэтому пусть она мне также будет. А вот это у меня раскрашено. Ой, здесь, конечно, смотрите. Давайте вот так вот очень быстренько все пролистаем. Кстати, вот эту я не собираюсь пока что раскрашивать. На тот момент она для меня была очень сложная, но у меня есть на нее планы, но немножечко другие. Так. Что здесь есть еще? Вот.
И вот такая раскрасочка. И я ее закончила в каком-то я году. Вот помню, что я здесь в начале где-то писала. Вот. 15.01.18 я ее начала. И я ее раскрасила как-то очень-очень быстро. Ну, то, что за полгода, это однозначно, возможно, даже еще и меньше. И вот именно поэтому я захотела себе прикупить вот эту. А здесь собраны все три раскраски в одной. Поскольку здесь мне нравится то, что они выбрали. Есть иллюстрации, которые я с удовольствием раскрашу. Здесь почти все такие, ну, кроме вот такого, мне это не нравится, но паттерн. Ладно, пропустим. Мне вот это очень нравится, иллюстрация. Вот. Вот этой раскраски у меня нет. Второй зелененькой. А уже сейчас она у меня появилась в этой раскраске. Ну и вот это. Ну ладно, это такое. Кстати, мне здесь нравится больше Снейп, как там. Там у него такой еще узор есть. Так что, и еще у меня есть раскрасочка по Гарри Поттеру. Если вы знаете, 80 иллюстраций из самого фильма. А еще у меня появились... Сейчас вам покажу, что. Вот, здесь 40 цветов. Маркеров Эколайн. Я уже ими пораскрашивала, они мне понравились. Эти маркеры можно заправлять, если закончится чернила. Ну как чернила? Акварелька, если закончится. Я не буду доставать. Ну ладно, давайте достану. В общем, здесь 40 цветов, включая блендер. Вот он. Правда, много. Посмотрите, какие здесь красивые оттенки. И давайте, чтобы не быть голословной, я вам покажу, что я уже раскрасила. Так. Вот. Ой, поехала. Раскрасила я вот такую иллюстрацию. К сожалению, камера не передает ту яркость, какая есть. И еще я начала, в принципе, сейчас и раскрашиваю вот такую Солушку. Также она раскрашена полностью только этими эколайнами. И мне очень-очень нравится. Если честно, я изначально хвалила Артезу брошпен. Так вот, эти маркеры лучше. И вы знаете почему? Потому что здесь очень хороший кончик. Поэтому я очень и очень довольна. Давайте я это все пособираю. Ну что, давайте прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, понравились мои покупочки, которые наконец-то ко мне приехали. Вы оцените это видео лайком, подпиской, если вы еще этого не сделали. Также я приглашаю вас в свой инстаграм, ссылочку я оставлю в описании. Ну и до встречи, всем пока-пока, скоро выйдут новые интересные видео.